Обзор корморезки ла ручная, как она шинкует. Вот, картошка, вот, смотрите. Так она шинкует, если зубы стоят в среднем положении. Так вот. Сейчас будем снимать дальше. Как засыпаем картошку. Покажу, как она режет сейчас. Это резать бы нормально, сразу, потому что ножи это острые, режет хорошо. Сейчас еще покажу. Смотрите. Сейчас поставим, все так сделано, еще пока не закрепил. Я подержу ногой, снимаю одной рукой. Нет, поехали. Так вот она режет. Если поставить зуб в самое маленькое положение, то будет эта фракция еще меньше, как чем это. Так что как-то так. И это режет бы нормально. Так что стоит покупать. Все.